пьет, девчонки пьют, мальчишки. Вот видите, опять засвечивает экран. Не знаю, только у меня проблема или у всех эта проблема, когда вроде как все настроено резкость, стоит тебе пошевелиться, раз, ну вот сейчас шевелюсь нормально. А бывает, что экран среагировал, и все получается засвеченным. Очень проблемно, когда снимаешь видео, если ты снимаешь не на фронтальную камеру, а на заднюю камеру. Вот, и то есть ты не видишь, что ты засвечен. Потом ролики просматривать начинаешь, и понимаешь, что половина засвеченных каких-то моментов, поэтому сейчас предпочитаю снимать на фронталку, чтобы видеть то, что ты снимаешь, хотя качество от этого страдает, естественно. Что хочу сказать, у меня сегодня, вчера, даже не сегодня, вчера у меня доченька уехала, я сняла ролик, ну, смонтировала, он уже был снят, еще в обед у меня, и я понимаю, что как-то так, Наталья Олеговна, бери-ка ты свою попоньку в руки и приведи себя в порядок, приведи себя в чувство. Нельзя вот так хандрить. Порог, и я понимаю, что вот у меня какое-то состояние такое, что если я вот буквально еще там сегодняшний вечер, я продолжу сидеть, это все, я с головой иду в эту хандру, надо что-то мне вот срочно начинать делать. И в 10 часов, я в 9 покупала ребенка, положила спать, в 10 вечера я, извините, у меня начала мыть пол. На кухне вымыла пол один раз, второй раз, вымыла в коридоре там, в общем, в коридоре пошла, пол помыла. Думаю, соседи подумают, какая-то шизанутая, в 10 часов полы моет. Но лучше так, чем, знаете, в каком-то таком болоте сидеть и думать, что же со мной происходит. Хотела сегодня с утра, проснулась, уже другое настроение, ветер приплел окна, думала помыть окна. Потом думаю, у меня помимо окон столько всего собралось, что во время ремонта, которое еще не домытое, не дотертое, полным-полно. Помимо этого, уже я успела с утра, залезла в душ, подраила пяточки, намазала их кокосовым маслом. По поводу этого масла кокосового, купила в АТБ по хорошей акции. Если где-то найдете, берите, даже не сомневаясь, вещь шикарная. Для волос, волосы становятся более такими пышными, мягкими. Для локоточков, для пяточек. Вот, кстати, я еще достала носочки, буквально вот поговорю с вами, пойду намажу свои пяточки, потому что почистила, надо еще их теперь, скажем так, напитать маслом кокосовым. Волосы. Вчера я вот этой вот Настюшка мне привозила средства, ампулки. Показываю ближе, потому что многие спрашивали, а какое средство, покажите его ближе. Вот название его в интернете введете, в Украине заказывать можно на Майкад. Введите, и в вашем регионе вам выбит, сколько она стоит и где его доставляют. Волосы, видите, оно делает такими, ну вот, более мягкими, я вчера буквально им пользовалась, и такими более пушистыми. Сегодня и сейчас я вотру туда кокосовая маселка себе и займусь делами. Наверное, вот эти плюшевые коты, да, эти плюшевые коты играли с моими сережками, такие драгоценные коты. Такие хорошие-хорошие, с такими лапами огромными коты у меня. Лежала, ребенок себе лежал, хозяйка схватила, потискала какая-то. Чё хватает, чё тискает? Ну, я получила корм котам, 3 упаковки. Вот в одной, видите, еще запаянная и одна уже начатая. То есть они мне в месяц. Вот такой у меня, девчонки-мальчишки, бардак. Начинаю наводить порядки.
вторую порцию холодца, ну вот как-то так, знаете, прям проголодалась. Потом допью свой чаек, я вот завариваю с медом, с лимончиком, и начну подготовку к пицце. Знаете, вот это, в этом есть кайф. Можно вот так вот усесться, смотреть на поля, на птиц, которые летают вот на уровне 7-го этажа, ну, очень красиво. Ну что, я посидела, отдохнула, попила чайка. Вот дочка мне вчера привезла вот такой сыр. Есть кусочек у меня вот такой хорошей ветчины. И я начну подготовку к пицце. Все это будем шинковать. Мне дочка, знаете, даже сказала, что у нас национальное домашнее блюдо – это пицца. И не надо, как может быть, национальное домашнее тортом, чтобы понимать, что это сыр именно на пиццу. А какой-то другой сыр, который я покупаю, и я по утрам пью кофе, и всегда у меня должен быть кусочек сыра. Ну, не знаю, получится сейчас или нет, но так. Все. Сырочком все засыпали. Постараюсь как-то так равномерно, то где-то много, где-то мало. Будем отправлять в духовку. Вот, любуйтесь. Вот она вся вкусненькая, красивенькая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четыре. Ну, мама, я сама буду говорить. Раз, два, три. Четыре. Ты куда пошла? Вот сюда вот идет. Нет. Вот сюда вот. А, нет, правильно ты пошла. Давай, все, четыре. У меня? Зеленая. Да. Сделай дополнительный ход. Три. Сейчас. Раз, два и три. Ура-ура! Ребенку прям везет в игре. Да. Да? Угу. А ты что, немножко поиграем? Да. Давай. Где же котик? Сейчас. То куда? Уже вечер, я сварила ребенку манную кашу, добавила сахарочка. Все, день подходит к концу. Анютка сейчас пожует манку, я пожую свой холодец, буду доедать. Чаек, кофеек, уже в принципе начало 8-го. Не знаю, буду сегодня копошиться еще или нет что-то делать. Но в любом случае до завтра. Искренне ваша Наталья Чалая. Пока-пока.